минувшие выходные в Чувашии произошло две крупные аварии. Еще одно ДТП случилось сегодня утром под Цивильском. По сообщению ГИБДД Чувашии, в Батревском районе житель Татарстана на автомобиле «Opel» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Тойоте». В результате аварии один человек погиб, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. В тот же день на трассе «Вятка» произошло лобовое столкновение. Житель Новочебоксарска не справился с управлением, вырулил на встречную полосу и врезался в «Фольксваген». По инерции легковушка задела прицеп «МАЗа». В аварии получили травмы три пассажира микроавтобуса. Водитель 14-й с переломами рук и ног находится в коме. А утром 27 июля в 7:23 на трассе М7 водитель девятки с башкирскими номерами выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ с номерами Республики Татарстан. В результате ДТП девятка превратилась в груду искореженного металла. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель и еще два человека госпитализированы.